Всем привет. Иду с рыбалки. Одну щуку поймал. Иду по своей любимой Елховке. Год уже не был здесь. Вот. Иду, любуюсь. Все равно скучаю по деревне. Вот такая у нас улица центральная. Асфальтированная. Все равно в деревне хорошо. Нужно отдыхать. Простоквашино. По крайней мере, у меня есть Елховка. Такая же. Вот дом заброшенный. Здесь два они подряд. Здесь уже давно никто не живет. Их уже и не продашь. Только землю. Вот такая моя Елховка. Иду не торопясь к своему любимому домику. Вчера ходили в баню. Ой, это ни с чем не сравнится. Русский пар — это русский. Тут Русью пахнет. Так что вот, ездите почаще. Деревню, у кого еще там родители, может, есть. У меня уже только остался дом. Какая здесь природа, какой воздух. Это от трассы здесь, я не знаю, километров 35 еще. Это... Забытый богом уголок земли. Ну, шикарный. Лучше не придумаешь. Вот мой родимый дом. Здесь у меня жила бабушка. Дедушка на войне погиб. Машинка стоит. Марина, наверное, сейчас спит у меня. Вот такой домик у меня. Небольшой, но очень уютный. С двумя террасками. С огромным огородом. А какая баня, вы не представляете. Ну ладно, всем пока.